что, за тобой, что ли, гонялся? Псих ненормальный, обкурился, наверное. По тротуарам гоняется. Этим? Давай. Зачем он гонялся? Милицию надо вызвать. Хотя кого милиция найдет-то? Господи, только деньги с нас брать. Вот, все, что ли? Можно все. Давай. Ой, у тебя ж ссадина на лбу. Где? Давай заклею, давай сюда лоб. Пластырем заклею. Вот так вот, давай. Вот так. Ай. Вот. Давайте все. Давай все. Сколько я вам должен? Во, целлофаном обернуть? Да не надо. Держите. А чего так много-то? За ущерб. Спасибо. Ну, спасибо. Глупость какая-то просто. Не к месту вспомнил. Помнишь, в поход ходили? Да. Ну, Аленка еще провалилась, сапог потеряла. Под дождем намокли, вещи на костре сушили. Все кубарем в палатке спали. Ты перепутал это, я сапог потерял. От когда в Крым на Ипетре, помнишь? Она в кедах была. Да-да-да. Ты перепутал. Хорошее время было. Ой, да, хорошее. Ладно, все, давай, поехали. Не могу здесь больше оставаться. Давай ко мне заедем. Слушай, может, я домой поеду? Да куда ты по пробкам-то потащишь? Садись. Олег, что ж ты не сказал, что Сережа приедет, а? Я хотел позвонить, да что-то закрутился, нет. Что-то и... Ой, Сережа. Ой, худющие. Поесть, да? Ага, сейчас, мальчики, сейчас. Ага, сейчас. Ребятки, Сереж, сейчас покушаешь, я блинов напекла. Сейчас, мой дорогой, все будет хорошо. Сейчас мы посидим. Ну, Олег, так нельзя, надо звонить, предупреждать вообще, что приедешь. Сережа, сейчас все будет, я... Он у меня тут... Смотри-ка, я наготовила-то. Вот так, сейчас мы... А я вот сижу и думаю... Слушай, Галя, а тебе блинов не напечь? А тут ты приехал. Вот так вот. Сейчас. Сереж, ты не сиди так. Ты давай. Ты плачь давай. Ты что так сидишь-то? Не надо, Сереж. Надо как-то... Руки дрожат. Сейчас водочки выпьем. Угу. Все будет хорошо. Олег, молодец. Вот можешь. Молодцы, что приехали, мальчики. Сейчас. Горячих блинчиков. Вот так вот. Жизнь будет веселее. Да, Сережа? Не молчи. Ой, руки дрожат. Сереж, давай горяченького сейчас. Ну, что ты сидишь, молчишь, а? Давайте, мальчики. Молодцы вот, что приехали. Олег, ну давай, ну что ты сидишь-то? Давай рюмочку пей.
Давай. Чокаться не будем, да? Не надо. Чокаться не надо. Сережа... Вы извините, ребята. Пойду я. Извините. Я пойду. Сережа. Сережа. Сереж, а блины-то? Ой. Чё ты суетишься-то, м? Что ты квохчешь-то, а? Как индейка какая. Кто тебя просил блины эти сюда приносить? Покормить-то надо человека. Что ты их приперла, эти блины? Кто тебя блины просил сюда припирать эти? Ква-ква-ква она делает. Квакает тут, как лягушка. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Блины, водка. Тьфу, дура. Алло. Да. Да, могу приехать завтра утром. Угу. Хорошо. Мы закрываем это уголовное дело о халатности в связи со смертью виновного. То есть как? Ваша жена погибла, поскольку нарушила технику безопасности при проведении мероприятий с использованием открытого огня. Вот так. Здесь имеется заключение экспертов. Хотите, можете прочесть. Подождите. Распишитесь. Олег должен был сказать, что это не просто халатность, это... Мы с Олегом Анатольевичем работаем в постоянном контакте и нашли общее взаимопонимание. Так что, я думаю, вам все подробности лучше узнать у него. Если, конечно, вы... Не хотите, чтобы я сейчас выписал ордер на ваш арест? Нет, ну, там... Почему арест? Ну, поскольку вы руководили организацией трюка и в то же время являлись мужем пострадавшей, как вы думаете, на кого первым должно упасть подозрение? Ну, подождите, ну, там... Я готов выписать ордер, если вы настаиваете. Понятно. Ну вот и отлично. Здравствуйте. День добрый. Ну, какие там у вас беды? Да, какие наши беды?
Мартин приезжает с проверкой. Приплыли. Это почему же? Что значит почему же? Я, между прочим, его 1,5 миллиона перекинул в этот водочный бизнес по вашему совету. И правильно сделали. Потому что неизвестно, как бы развивался ваш остальной бизнес, если бы не мои советы. Но он будет меня трясти по инсулину. Как я буду отбрехиваться? Слушайте, Олег, вы что, ничего не поняли, что ли? Вы с вашим американцем инсулиновыми линиями не будете заниматься вообще. Можете вон снимать кино, делать все, что вам угодно. Но инсулиновый бизнес – это мой бизнес. Так что прошу не лезть в мои дела. Значит, вы меня просто использовали? Между прочим, я тоже не пацан. Вот как? И что будешь делать? Олег, Олег. Ну, всех нас в этой жизни кто-то использует. В той или иной степени. Так что не ты первый, не ты последний. Что же мне делать? И сказал тогда господин Виноградника: а пошлю-ка я к ним сына моего возлюбленного. И, может быть, увидевши его, устыдятся. Похоже на вашу ситуацию, верно? Да вы не волнуйтесь, Олег. Я вас не собираюсь бросать в этой ситуации. Но успокойтесь. Ни американцы, ни наши МВД вас не тронут. Ну, эффективные платежи мы вам поможем провести через какой-нибудь дружественный нам солидный банк. Ну? Всего. Как он его слева видел? Завалил. Привет. Здорово, Серег. Здорово. Дело закрыли. Правильно. Спасибо не будет, я так понимаю. Почему? Спасибо. Пожалуйста. Ну, что ты в пол смотришь, Сереж? Ты знаешь, сколько я денег отвалил, чтобы дело закрыли? Тебе трояк светил минимум. В лучшем случае вытянул бы продолжительную химию где-нибудь в торжке, сидел бы, ложки красил. А может, не надо было закрывать? Сереж, ну как не надо было, а? Сейчас Мартин приедет, америкос. Сразу очканет. Help me! Русская мафия! Заберет деньги, отзовет обратно. Нам это надо сейчас? Не надо. Ну, что ты вяло такой? Лучше лапу подержи. Ладно, найдем у тебя этого Рому. Как там фамилия? Козлов? Казаков. Костюм. Думаешь, он? Ну, а кто? Ты с ним подцапался? Ну. Уволил его? Ну. Он тебе сказал, мстить буду? Ну. А кто за тобой на джипе-то гонялся? Соседка Люся, да? Слушай, ты помнишь, мы были в бане? Там маленький такой был мужичок такой, коренастенький. Он же генерал ФСБ, он сейчас с нами работает. Он из-под земли достанет. Ну, че ты, город... Давай. Просто как-то муторно. Прорвемся. Прорвемся.
Алло, пацаны, может, поговорим? Хорош кошки-мышки играть. А в чем дело? Вы мне перегородили дорогу. Между прочим, я здесь живу. Извините. Колбасит его. Готов. А чё мы так напрягаемся, а? По какому вопросу, а? Извини, сержант, ну, молодой дурак, выпил. У него сейчас такое в жизни ситуация. Ну, что ж, бывает. Присматривать надо. Ну, уж будем присматривать. Доигрался. Молодец. Счастливо. Приходите еще. Лучше вы к нам. Спасибо. Всего доброго. Ну, так и быть, возьму тебя на поруки. Слушай, город, мне кажется, ты опускаешься. Драки в ресторанах. Ты чё, старик? Да мы с тобой такого не делали, даже когда были курсантами в училище. Слушай. Олег, за мной, по-моему, следят. О-о-о. Ну да. Организация инопланетян под названием «Паранойя». Пришел домой, там вода течет. Свет горит, телевизор включен. Я, конечно, мог сам забыть, но тогда... Что тогда-то? Тогда мне нужно... Угу. Отдых. Угу. В дурке. Слушай, еще Мартин приезжает с проверкой. Я бы на твоем месте ему сейчас не показывался. В таком состоянии... Я не собираюсь показываться. Все дела ведешь ты. Скажи ему, что я заболел, тем более... Сереж, ну хватит мямлить, а тем более, тем более. Знаешь что, старик, давай-ка поезжай на пару недель на море, а? Отдохнешь, придешь в себя, ну? Никуда я не поеду. На машине? Да. Значит, я свободен. Андрюш,
Слушай, надо забрать сегодня эту Мерина. Зачем? Ну что, надо съездить на тренировку. Ну что он так стоит? Понимаешь, не солидно. Угу. Погоди, погоди, ну-ка отвали, как он наш америкос нарисовался. Мартин! Эй! Ой, вот верзила-то. Здорово! Привет, Hi, guys! Ой, Мартин! Привет! Всех обнял, всех обнял. Ну, большое сердце. Привет. Ой, чуть не раздавил, ну, давай. Это что, все? Все твои вещи? Да. Знаешь, мой дедушка говорит, чем меньше вещей, тем дальше будешь ехать потом. Если твой дедушка еще носил два кольта при себе, я думаю, он мог вообще без всяких вещей ездить. Вот любишь ты обниматься, Мартин. Я обязательно запомню этот ответ и буду так все время говорить всем, да? Запомни. Давай. Ну, я сам. Мартин, Россия гостеприимная страна. Давай, ребят, возьмите. Давай, и вот это тоже снимем, тебе обниматься будет удобней. Держи. Так, Мартин, давай сейчас это вот там обойди или там. Вон там выход. Ковбой! Вся документация, расчеты, все готово. Ну, недельку посидишь над бумагами, я думаю, ничего с тобой не случится. Мартин, ты меня слушаешь вообще? Yeah, sure. Слушай, окей, с документами разберусь, все будет в порядке. А скажи мне, что по поводу нашего фильма? По поводу нашего фильма все хорошо, но сначала тебе надо составить отчет по инсулиновой линии для отца, Мартин. Sure, конечно, бизнес, я понимаю, да. Красота-то какая! Это тебе не Америка, ковбой. А скажи мне, Олег, Сергей в Москве? Да, но вам вряд ли удастся встретиться, он пережил такую ужасную трагедию. О, да. Да, это ужасно, просто ужасно. Тогда что по поводу фильма? По поводу фильма все нормально. Но это потом, Мартин. Сейчас нам надо разобраться с этим инсулиновым бизнесом. Меня, ты понимаешь, я старик? Я хотел высказать ряд своих соображений. Окей? Давай. Значит, мне пришла идея в голову в самолете. Я должен встретиться с Сергеем и вместе с ним проехать по местам наших будущих съемок. Мартин, это невозможно. Весь твой визит расписан буквально по минуту, по часам. Послушай меня. Значит, у нас с отцом серьезный бизнес. Он крепко стоит на ногах, ты знаешь, он стабилен. И моя поездка носит, в общем-то, чисто формальный характер. Просто так заведено, надо приехать и так далее, и так далее. Мой личный бизнес это кино. Кино меня сейчас волнует значительно больше, чем дела фирмы. Сначала съемки, потом дела фирмы, окей? Мартин, ну ты представляешь, что скажет твой отец? Послушай меня, Олег, я взрослый человек. Я самостоятельно принимаю все решения, окей? Я за них несу ответственность. Значит, во-первых, мы купим все, что нужно для нашего путешествия с Сергеем. Во-вторых, я встречусь с Сергеем, и мы с ним совершим это путешествие, окей? А уже после этого я сяду в офис со всеми бумагами и сделаю все необходимое, окей? Ну что ж, ладно, хозяин, барин, устроим мы тебе это небольшое путешествие. Только Сергей сейчас в таком состоянии. Вряд ли он может быть твоим проводником. А кем его заменить? Окей, дай мне его телефон, я хочу с ним поговорить. Ладно, договорились. Привет, Москва! Hi, привет, я Мартин. Олег говорил. Слушай, я очень-очень рад, что мы наконец познакомились. Располагайся, чувствуй себя как дома. Да, спасибо. Я прочитал в Америке твой сценарий.
Я просто... Просто супер! Очень здорово! Я в восхищении! Ты знаешь... Пиво, кофе? Кофе. Кофе, mm-hmm. Спасибо. Знаешь, у меня есть прекрасная идея. Мы, конечно, потом поговорим про дела фирмы, но сначала я бы хотел поговорить про фильм. У меня есть супер идея. Нам надо съездить в места будущих съемок, посмотреть. Будет здорово, правда? Будет здорово, да! Езжай. No, ты не понял. Я хочу, чтобы чтобы ты поехал со мной. Mm-hmm. Нет. Окей. Сергей, я мечтал об этом с того самого момента, как прочел твой сценарий. Он очень интересный. Правда, я понимаю, наверное, сейчас тебе трудно об этом говорить, трудно об этом думать, но, может быть, потом, через какое-то время... Со сливками или без? Черный. Так, где у нас... Ага, заветный... Ой, за гаражу, извините. Я быстренько... Иди сюда. Сюда. Лейся. Третий стакан уже сегодня. Ой, застукали. Хорошо, смотришь. О, Галечка. Что ты так на меня? У меня же нервы. Сам будешь мучиться утром от головной боли. Ну что, чтобы губки надули. Ну дай поцелуй. Давай танцуем. Девочки свои, это меня назвать. Ой, что это мы вяжем? Так, это мы орешки вяжем подарок. Ой, что это сердце? Нет, я должен померить. Ой, вот это тепленько нам. Ой, уютненько. Ты моя... Ты моя рукодельница. И мы пойдем в нем спать. Нам уже... Мы его уже любим очень. Это уже пошли сейчас. Вот они, ножки, пружинки мои идут. Топ-топ. Мы молодцы. Топ-топ. Есть такая профессия — защищать родину. Ты знаешь, я привез тебе одну вещь. У меня ее на таможне чуть не отобрали. А, спасибо. Наверное, думали, что это золото или серебро. Вот, смотри. На счастье. No. Ты знаешь, мне было 9 лет, когда умерла моя мама. А я не буду долго говорить. У меня случился нервный срыв. Окей. Все, я закончил говорить. Просто мы были очень близкие люди. Меня часто находили ночью на кладбище. Я спал рядом с маминой могилой. Все вокруг были уверены, что я либо сойду с ума, либо умру. Все. Мой дядя, у него было ранчо, где-то далеко, очень-очень далеко. Он забрал меня на это ранчо, и он начал учить меня ездить на лошадях. У меня не получалось, я падал, вставал. А он снова и снова заставлял меня садиться на лошадь. Потом однажды он позвал меня, дал мне эту подкову и сказал... Он сказал: «Марти, ты знаешь, смерть — великая штука. Ты не сможешь ее победить. Но пока ты жив, пока ты сможешь двигаться, ты должен бить ее этой железкой, бить по носу. Бить изо всех сил. Но ты не победишь ее. Но, по крайней мере, так ты сможешь жить как человек». Я
Я привез это тебе. Значит так, приезжаем вот сюда, потом вот сюда, сюда же приходит студийная машина со снаряжением. Отсюда уже проходим вот в это место. Это болото Белецкий мох. И делаем волок. Волок? Что такое волок? Ну, разбираем лодку и... А, я понял. Волок значит разбирать, собирать. Нет, волок — это тащить, волочить. Понимаешь? Вижу, что понимаешь. А, да, я понял. Понял. Да. Делаем волок вот до этого места. Потом отсюда проходим на лошадях вот сюда. Другого выхода у нас нет. Потом отсюда... Вот сюда. Тяжело. Ну и здесь нас встречает машина. Если, конечно, доедет. Короче, на весь путь неделя. Ага. Хлопцы, вам печень нужна? Что? Печень нужна? Нет, спасибо, не нужна. Понятненько. Может, тогда выпьем? А, в этом смысле? В этом смысле печень очень нужна. Какая печень? Да вот. У нас в Саратове она расходится с треском. Как расходится? Слушай, объясни своему другу. Я закупил очень большую партию печени. Печень трески. В Саратове на расхват. Но я подержался немножко, может купить чуть-чуть? Нет, спасибо, брат. Сейчас нам не нужна. В следующий раз. Ну ладно. Но если вдруг... Чего я... Угу. А чего он хотел? Понимаешь, у него бизнес. Бизнес. Бизнес? Да. Какой бизнес? Он купил партию. Партию? Да. Крупную партию печени. И... Давай чайку попьем. В университет я учился очень плохо, но я очень хорошо играл в бейсбол. Я был в центре внимания, я был очень популярен, было очень много девушек, а chemical, фармацевтика меня вообще не интересовали. Отец потом даже махнул на меня рукой. Ха, я закончил университет, хорошо. Помог бейсбол? No. Сьюзи. Дочь профессора. А кино я мечтал с детства. Снимать фильмы. У меня была камера. Я все снимал подряд. Потом монтировал. Показывал друзьям. Здорово. Да. У моего друга, вернее, у его отца тоже была 8-миллиметровая камера. Один раз мы ее украли. Решили снять кино. Забрались в раздевалку к девчонкам. Долго сидели, ждали. А туда вместо девчонок пришла наш завуч, а вместе с ней преподаватель физкультуры. Ну и у них там... Вау! Вау! Мы сняли прекрасный блокбастер. Супер! Нас чуть не выгнали из школы. Слушай, у меня есть с собой очень неплохой виски. Чуть-чуть, давай? За кино. Yeah! Давай. Может, стаканчик? Come on. За кино.
15 минут. Далеко не уходите. Стой, я сниму тебя. Прибытие поезда. Эй, лох, уйди с дороги! Давай! Документы, деньги! Что делаешь? Держи. Поехали. Можно выходить. Спасибо. До свидания. Я. Какой пост. Красота. Какие-то мальчики подъехали. Хорошенькие. По-моему, не местные. Может, нам повезет. Держи. Ну и что ты об этом думаешь? Что я думаю? Догадайся. Какие мальчики, боже мой. Oh, my father, here they from. Yo-yo-yo! And on his farm he had some ducks. Слушай, а что твой друг такой некомпанейский? А он устал с дороги очень. Я-я-я! Он уже ничего не хочет. Я-я-я! А вы правда американец? Да, я 100% американец почти. Супер! Наташа, это не просто супер, это супер-супер. Я Маша. Да? Наташа? Это я. Наташа, ты тоже супер, и Маша супер, и Наташа супер. Мы все очень супер. Да? Вкусный коктейль? Очень. Да? Хочешь, я тебе еще сделаю? Нет. Лучше я сделаю. Oh. Я это делаю обалденно. Я работала барменшей. Oh, wonderful. Это просто замечательно. Как хорошо. Я хочу здесь жить. Я буду здесь жить! Я буду! А вы надолго к нам приехали? А это сейчас зависит исключительно от вас. Мы постараемся, мы постараемся. Чтобы вы остались здесь подольше. Да, прошу. Я уже остаюсь. О, Лиз. Спасибо, это мне, да? Да. Вау! Пей до дна. До свидания. Хорошо? Похоже на наш B-52. А у нас это называется Ту-134. Полетели!
Сергей, присоединяйся. Водка мартини, коктейль. Сок яблочный. Сок яблочный. Это Маша. О, Маша. Мартин. 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 Вы развлекайтесь, а я на пару часов отойду. Упс. И немножечко мартини для вкуса. А, ты такая красивая. Боже мой, ты Мартин, чудесная. Какой мужчина. Вообще, я таких не видел в Америке. В Америке таких не бывает. Я.